и его друзья. Одноглазый монстр. Мне интересно, что это за звук? Братцы, смотрите, смотрите! Это же слоны! Согласно энциклопедии, это крупнейшие наземные животные, а кроме того, они обожают воду! Ребята, смотрите! Луч указывает туда, куда ушли слоны! Идем туда! Давай! Луч почему-то не выходит из мешочка. Значит, зеленое семечко где-то совсем рядом. Здесь его было бы видно сразу. Ребята, давайте отдохнем и продолжим поиски завтра. Братцы, сюда! Тут уютная пещерка! И правда, по-моему, она как раз то, что нам нужно. Бежим! Ненавижу пещеры. Что это? А что это за у-у? Братцы, вы ничего не слышали? Чего? Дай, пожалуйста, поспать! У-у! Вы не слышали этот странный звук? Не понимаю, какое у-у? Ребята, знаете, по-моему, кому-то очень-очень плохо. Это урчит твой живот. Я же серьезно. Ну что тут за шум и гам? Чего, что там снаружи? На меня посмотрело огромный-преогромный глаз. Вот так. Чепуха, откуда там большой глаз? Нет-нет, этот глаз уставился на меня прямо в упор. Ты говоришь большой глаз? Минутку. Да, здесь об этом написано.
Одноглазый монстр состоит из одного большого глаза, покрытого отвратительным мехом. Точно! Он такой и был! Ой, я очень боюсь! Ну что вы, ребята, это же просто легенда! Ой, я постою в дозоре, послежу, а вы поспите немного. Нет, никаких монстров на свете не бывает. Ой! Ой! Постойте, это похоже на слоновьи шаги. Но, друзья, слоны, виденные нами вчера, ходили немного иначе. Вот именно, слоны ходят так: бум-бам, бум-бам. А этот страшный монстр по-другому: бум-бум-бам, бам-бам-бум, бум-бум-бам. Значит, вывод только один: у этого монстра три ноги. Три ноги! Ой! Мы пропали, это одноглазый монстр. И не просто одноглазый, еще и трехногий. Ну, это же нелепо. Вы хоть раз в жизни видели одноглазых трехногих монстров? Я поверю, только если сам его увижу. Берегись! Не надо! Спокойно. Говорил я вам, что тут никого. Это какая-то летучая змея. Это летучая змея? Нет, я не верю. Не может быть. Это правда. Передо мной сейчас пролетело нечто длинное и гибкое. Какой ужас! Кажется, это легендарный одноглазый змеевидный монстр. Мы обречены. А может, Лемми, ты обознался? Говорю вам, я видел его своими глазами. Это был змеемонстр. И Чиву тоже видела этого монстра. Да, он очень шумный. Все, я сейчас выйду и посмотрю на него сам. Юху, а может, не надо? Ребята, пока кто-нибудь не выйдет и не узнает, что это, мы не уснем. А вдруг это и правда одноглазый монстр? Что ж, тогда мы с ним сразимся. Ой! Юху, ты хоть цел? Он большой и чем-то хлопает. Меня отшвырнуло воздухом. О, большой и хлопает. Видно, он крылатый. Монстр с одним глазом, трехногий, с телом змеи и крыльями. Мы пропали. Я боюсь. Ай. Как же нам быть? Пещера сейчас обрушится! Выбора нет! Бежим на улицу! А, там же огромный монстр! Иначе нельзя! Уходим! Нет. Кто найдет зеленое семечко? Молчи и беги! А,
Ребята, по-моему, это слоненок. Просто слоненок. Ура! 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 А где же тот одноглазый монстр, о котором говорил Родди? Теперь все ясно. Ребята, каждый из нас видел только часть слоненка. Каждый свою и думал, что это монстр. Мы вообразили о нем не весь что. А как же, те странные шаги? Он же не на трех ногах, а тот рев. Слоны так не трубят. Постойте. Теперь мне ясно. Друзья, у этого слоненка что-то застряло в хоботе. Ему трудно дышать, из-за этого он начал хромать и сбился с дороги. А наткнувшись на пещеру, начал ходить вокруг, прося у нас помощи. Правда? А как же нам можно помочь этому слоненку? Спросите об этом профессора Руди. Какой хвастун! Вот, я уже знаю, как быть. Так, слоник, потерпи одну минутку. Та-да! Находка для заложенных носов. Это зеленое семечко. Что ж, пора на поиски остальных семян. Пока, слоники! У меня есть лучший друг.